Сколько у вас человек? 34. 34. Так, ну давайте начнем. Учебники выдаются строго по списку, на каждого ученика по одному комплекту. В библиотеке 5-й городской школы сегодня с самого утра ажиотаж. За новой учебной литературой классные руководители выстраиваются в очередь. Учебники у нас пришли в районе 1000 экземпляров. Пришли учебники у нас по всем предметам. Нам пришли, в нашу школу пришли по всем предметам, включая русский язык, математику, окружающий мир. Нам также досталась музыка, изобразительное искусство. В этом году новые учебники поступили практически в каждую школу города. В основном это учебная литература для начальных классов. Как нам пояснили сегодня в управлении образования Вологды, книг хватит абсолютно для всех школьников. Родителям не придется ничего докупать, разве что рабочие тетради. В этом году мы, как и в прошлом году, получили достаточно большое количество учебников, более 91 тысячи экземпляров. То есть в среднем, если брать, то это получается примерно 3 новых учебника на каждого ученика школы. Но в прошлом году мы получили более 16 миллионов рублей. На эти цели было выделено, значит, только из областного бюджета. В этом году из областного бюджета было более 19 миллионов рублей. Новые книги закупали в рамках реализации программы модернизации общего образования, но на необходимые учебники школы сами заполняли заявки. Стоит отметить, что в этом году в классах появятся и новые книги по истории, литературе и географии Вологодской области. Их уже отпечатали в местных издательствах. Всего в школы области поступит свыше 300 тысяч новых книг. В основном это учебная литература для начальных классов. Стоит отметить, что на эти цели из федерального бюджета выделено около 75 миллионов рублей. Добавим новые книги, все районные школы получат уже к 1 сентября. Екатерина Щукина, Василий Попурин. Новости Вологды.